Яркая, как летний день, жаркая, как забайкальское солнце. Ведущая прогноза погоды на телеканале ЗАП-ТВ Кристина Чебан-Белькова скоро станет главной героиней нового проекта. Участница конкурса красоты известного журнала «Максим» будет вести свою рубрику на портале zap.ru. Одна из самых красивых девушек города станет для читинок проводницей в мире бьюти-индустрии. Старт проекта 13 августа. Гид от модели «Максим». Она узнает о наших салонах красоты. Я буду рассказывать более подробно, какой салон какой услугой отличается, какие услуги предоставляет. Также будем вместе шопиться, будем ходить по магазинам нашего города. Кристина не просто модель, ее будни кропотливая и интересная работа в крупном медиахолдинге. Она менеджер по рекламе. С утра до позднего вечера встречи с клиентами и совещания. И все это на высоких каблуках и обязательно в самых красивых нарядах. Держать марку научилась с детских лет. Именно со школьных времен, потому что я 6 лет начала заниматься танцами, потом ходила в театральный кружок. То есть я 6 лет на сцене, и я любила сцену, любила внимание, любила красиво одеваться. В школе так это вообще, каждый день разный наряд, мама меня к этому приучила. То есть все пошло именно с детства. Для того, чтобы увидеть Кристину, достаточно зайти на портал zap.ru и найти вкладку «Гид от фотомодели Максим». Красивый ресурс станет доступным с 13 августа. Дарья Юринская, Константин Васильев, ЗАП-ТВ.